Опять телеграмма вернулась обратно с пометкой короткой «Не проживает». Ее посылала на праздник комбату. Мы все его любим, и он это знает. Подружка-волжанка, солдат Сталинграда, не шлет телеграммы, ни письма, молчит. Последним писала, что жизни не рада, что скудно питается, в валенках спит. Уходят, уходят военные ветераны, края, из которых уже нет возврата. Того доконали военные раны, тому захлестнули петлей демократы. А время листает победные даты, все меньше и меньше участников их. Я вас умоляю, комбаты, солдаты, пожалуйста, дольше останьтесь в живых. Нас становится меньше и меньше на дорогах огромной страны, посидевших мужчин или женщин, ветеранов Великой войны. А сколько их там, подвластных приказам, болезням, осталось лежать в темноте, это им, молодежь, всем сердцем обязана, всем хорошим, что есть на земле. Гремел салют, и ликовал народ, весь шар земной в объятия принимая. Пришел он, этот 45-й год, и светлый день 9 мая. Победа! Солнце светит с высоты, и ты не можешь чуду надивиться, что на земле опять цветут цветы, что в тишине запели птицы. И воздух свеж, и небосвод высок, а детский смех и чист, и звонок. Не будет больше взрывов и тревог, не будет этих страшных похоронок. И ты идешь, восторга не тая, ты выстоял, ты выдержал, ты выжил. Победа эта наша и твоя, твоя, твоя. Ты сделал все, чтобы ее приблизить. С праздником вас, дорогие друзья! Успехов вам в труде, здоровья вам крепкого и счастья навсегда!